Как и обещали, снимаем второе видео на установку дозирующей МДП-200Б. Смысл данного видео – показать работу оборудования, максимально приближенную к техническому заданию заказчика. У заказчика наша система встраивается в общий поток с основным продуктом. Нашей задачей является добавление определенного количества материала для изготовления конечного продукта. Итак, давайте начнем. Спасибо большое за внимание, всего вам доброго и до свидания.